Продолжаем изучать инструкции процессоров Intel, и сегодня я расскажу об инструкции RED. Я как-то все обходил стороной эту инструкцию, начал с других, ну, по разным причинам. Но тем не менее, дальше молчать нельзя. И сегодня пришло время эту инструкцию разобрать. Итак, синтаксис простой. Просто пишем RED, но может быть оперант, но может и не быть. Оперант не обязателен. Инструкция RED в ассемблере выполняет возврат из ближней процедуры, ну или из программы. У этой команды обычно нет операндов, хотя в качестве операнда может быть четное число. И это может быть только непосредственное значение. То есть регистр или область памяти в качестве операнда быть не может. Никакие флаги не изменяются. Алгоритм работы. Сначала команда получает из стека IP, то есть указатель инструкции. Программа RED получает адрес возврата в программу из процедуры. Ну, как бы, наверное, сначала хотя бы чуть-чуть надо сказать о процедурах. То есть, когда вы вызываете процедуру, то надо каким-то образом запомнить то место в программе, куда надо вернуться из этой процедуры. И вот команда RED из стека получает как раз таки адрес возврата в программу из процедуры. Если имеется операнд, то к значению, которое находится в регистре SP, прибавляется значение операнда. Операнд, как я уже сказал, не обязателен, но если он есть, то после того, как будет считан адрес возврата, из стека будет удалено столько байтов, сколько указано в операнде. Это требуется, если при вызове процедуры ей передавались параметры через стек. Ну и важный такой момент. В зависимости от того, как была описана процедура, которую завершает команда RED, ассемблер может заменить команду RED на другие команды, то есть на RED-N или на RED-F. Ну и давайте рассмотрим пример. Вот такой простой пример. То есть вот здесь создана процедура, но она, конечно, совершенно бесполезна. Это только пример. Вот здесь мы процедуру эту вызываем. И используем в процедуре. Если команда RED используется в процедуре, то она выполняет возврат в программу. То есть после выполнения процедуры команда RED выполняет возврат программы вот сюда, вот, то есть на то место, где она была вызвана. Если же эта команда используется в программе, то она, соответственно, выполняет возврат в операционную систему, то есть передает управление операционной системе. Так, ну давайте посмотрим в эмуляторе, отработаем. Хоть вроде как все понятно, но тем не менее. Обратите внимание, вот у нас... Давайте перезагрузим. Вот у нас IP, указатель инструкции. И вот у нас SP. То есть какие значения здесь, чтобы было понятно, как работает программа, то есть команда. Ну, как бы раньше я, по-моему, этого не говорил. То есть вот эта директива ORG100 обозначает, что программа у нас начинается с сотового адреса. И, соответственно, вот она загрузилась, программа, и в указателе инструкции у нас как раз таки адрес. Ну, здесь 16-ричная система, как вы помните. Пошагово выполняем, то есть вызываем процедуру. И, как видите, вот сюда мы ушли сразу же. И в регистре IP значение 107. Потому что мы вот это все пропустили и пошли сразу на адрес процедуры. Здесь мы, ну, выполняем инструкцию MOV, то есть в регистр AX записываем число 1, и здесь, как видите, 1 получилось. И вот сейчас отработает наша команда RED. То есть смотрите, что будет здесь и что будет здесь. Здесь сейчас FFFC, а здесь 010A. Выполнили команду, что получилось? Мы вернулись на то место, где
была вызвана процедура, и SP увеличился на единицу. Ну и дальше как бы программа завершается, и сейчас мы уже выполняем выход из программы. Все. Ну и как видите, эмулятор сказал нам, что программа завершена. И прежде чем закончить сегодняшнее выступление, еще вам покажу одну интересную вещь. То есть, что будет, если вот эту инструкцию не использовать в программе. Итак, вот я открыл программку с примером использования инструкции ААА. И сейчас я вам покажу, что будет, если инструкцию RED здесь не использовать. Но это, правда, не всегда срабатывает. То есть это может быть глюк аккумулятора, может быть что-то другое. Посмотрим. То есть запускаем программу. И вот мы сейчас запускаем. И как видите, происходит вот такая фигня. То есть она, программа не останавливается. Потому что мы закомментировали инструкцию RED. И вот это вот билиберда происходит. То есть видите, здесь тоже идет движение. То есть программа не понимает, что ей надо остановиться. И вот такая ерунда происходит. Конечно, в зависимости от вашей операционной системы, программа может быть завершена и так далее. Но, тем не менее, инструкцию RED все-таки лучше использовать. Ну, давайте я сейчас ее раскомментирую. И опять запущу. И как видите, программа отработала, выдано сообщение, что программа завершена, и здесь также все зафиксировалось. То есть не происходит вот этого бесконечного выполнения не пойми чего. Ну что ж, надеюсь, вам это было полезно. Ну и напоследок скажу еще почему RED. RED это сокращение от слова return, что переводится как возврат. Ну возврат, как вы понимаете, из программы или из процедуры. На этом я заканчиваю. Надеюсь, было интересно. И до следующих встреч.